Всем-всем доброго денечка, доброго-доброго денечка. Многие уже наши постоянные подписчики заметили, что Лялечка у нас гигантор маленький, что она больше даже мамочки уже выросла, хотя она еще молодая, она еще растет. И это правильно вы заметили, да? Вот весь помет был 3 мальчика и 1 девочка. Мальчишки все маленькие, миниатюрные. Прямо лялечки. Вигуська тут присела. Сейчас приподниму тебя. А лялюшка, вот единственная девочка, которую попросили придержать, и что она потом поедет в Челябинск вместе со мной в апреле. Да, вот, люди хотели взять в разведение. Она вот переросток у нас. Непонятно, в кого пошла. Видимо, в какую-то бабушку или в какого-то дедушку. Откуда у нее такие гены? Вот этой маленькой лимпопуське, вот этой вот Вигуське, родился такой вот бегемотик. Она прям у нас бегемотик, он милка. Ты ей на голову хочешь залезть, да? На голову залезть хочешь. Ты осторожней, милусик. Да, она у нас большая, она прям переросток. Мне кажется, пока, конечно, еще не могу утверждать точно, что она племенной смотр не пройдет. Хотя она с родословной, с документами. Ну, это, конечно, возможно, сейчас рост остановится и пройдет она еще по параметрам. Но пока, как говорится, все неизвестно. Вот все у собак, можно сказать, как у людей. Фионка от обычных родителей родилась маленькая, карликовая, которую даже нельзя в разведение. А лялька вот от обычных родителей собак, мамы и папы, родилась вот такая, растет крупненькая. Да, скажи, что я ласковая, добрая и нежная, хоть я и большая. Скажи, у меня просто сердце большое, да. Большое сердце, скажи. Я радуюсь всем, да. Вот так вот бывает и у собак, и у людей все по-разному. И никто это предугадать не сможет. То есть тут уже, причем родилась она размером абсолютно как все. То есть она не была крупной изначально. То есть была самым обычным щеночком. Чихуяхуёнищем таким, да? А стала большая чихуяхуя такая. Большая, добрая, ласковая чихуяхуя, которая любит гладиться, обниматься и целоваться. Только она вот почему-то у нас хоть и крупная, но трусоватая. Такая бояка. Да, она собака-бояка. Собака-целовака и бояка. Ну вот так вот рассказала вам немножко о нашей крупногабаритной лялюшке. А всем желаем хорошего дня. И прекрасного-прекрасного настроения. Он Вигусик вам хвостом машет. Настроения хорошего вам желает.